Привет, друзья, подписчики и просто зрители моего канала. Сегодня у нас 17 сентября, и я провожу работы для того, чтобы наши матки прекратили сеять. У нас осенний облет приходится на конец октября, на начало ноября. И то есть моя задача, чтобы у меня матки не сеяли где-то в начале октября, уже прекратили полностью сев. Ну, бывают, конечно, семьи исключения, никуда от этого не денешься. Вот. Я использую естественный способ ограничения. Есть способы ограничения механические, в частности, с помощью различных изоляторов, с помощью изолятора Миленина. Ну, с помощью изолятора Миленина, как я понял, люди ограничивают, пчеловоды ограничивают маток полностью. То есть идут матки в изоляции у нас в зиму. Я таким способом не пользовался, поэтому за него я сказать ничего не могу. Изоляцию я проводил в прошлом году, изоляцию я проводил только осенью, чтобы матки у меня прекратили сеять. С 5 по 10 сентября я в 20 семьях маток изолировал, частично в такие изоляторы, частично в такие изоляторы. Этот изолятор мне не понравилось. Потом я выпускал когда маток. Когда я выпускать я стал маток, здесь некоторые неудобства. Надо было разобрать гнездо, чтобы открыть задвижечку. Данным изолятором были тоже проблемы некоторые, но другого рода. Часть изоляторов я поставил между рамок. С ними было проще. Рамки раздвинул, клеточку вытащил, открыл, положил, матка вышла. Еще одну часть семей я изолировал в такие же изоляторы, ну, для удобства, чтобы выпуска. Я прям положил поперек рамок клеточку и накрыл холстиком. Вот в таком варианте у меня две матки погибло. Вот. Здесь опять тоже минусы. Вот. Разницы в изолированных семьях и в неизолированных семьях я, в принципе, не увидел. Единственное, только что добавил сам себе работы по изоляции, по поиску маток, по выпуску маток. Вот. Но повторюсь, это мое личное мнение. Есть люди, кто работает, изолирует и в зиму. Вот. Но это не мое. У меня не получилась данная работа. Изоляторов Миленина позапрошлом году я выписывал через почту, покупал 40 штук. В этом году они у меня отлежали мертвым грузом. И изоляторы с Алиэкспресс выписывал 80 штук на всю пасеку. Единственное, что я им нашел применение, это изоляция маток, когда я произвожу смену маток. У меня лежит фольгоизол. Сейчас убираю фольгоизол, оставляю только холстик. Убираем фольгоизол. Холстик ложу на место. И вот таким образом у меня будут пчелы зимовать и находиться до самого весеннего облета. После весеннего облета я сразу тогда ложу сверху фольгоизол и утепляю гнезда. Еще есть естественный способ для того, чтобы матки прекратили сеять осенью. Это их ограничить за счет закармливания сахарным сиропом. Ну, данным способом пользуются те пчеловоды, которые у нас закармливают пчел в зиму. Я не закармливаю, я зимую на меду. И, соответственно, мне оптимальный вариант, как по мне, это произвести работы, связанные с охлаждением гнезда. Так, ну вот, друзья, на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых встреч.